Украинская сторона внесла платеж по долгу перед Россией. Об этом агентство РИА Новости сообщили в нашем Минфине. Там уточнили, что деньги еще не пришли, но перевод был осуществлен. Речь о 75 миллионах долларов, которые Киев должен был оплатить в рамках задолженности в 3 миллиарда. Это, по сути, кредит, который российское правительство предоставило украинскому в конце 2013-го. Ранее в руководстве Украины неоднократно поднимали тему того, что именно этот долг можно включить в перечень попадающих под мораторий на обслуживание, то есть попросту не возвращать.